С любовью к родной земле и профессиональной деятельности руководство, сотрудники и работники Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области высадили аллею деревьев в честь десятилетия Государственного комитета судебных экспертиз. В рамках проведения республиканской добровольной акции «Неделя леса» и в преддверии юбилея экспертного ведомства коллектив управления вместе с учащимися профильного 10 А-класса средней школы номер 5 города Бреста в парке Тысячелетия высадили аллею лип. Открывая торжественное мероприятие, начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Андрей Дишкевич подчеркнул важность данной акции. На мероприятии присутствовал председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский. В парке Тысячелетия города Бреста управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проведено знаменательное событие – высадка деревьев. Высажена аллея в честь нашего юбилейного года празднования. Акция проводилась вместе с учениками 10 класса средней школы номер 5 города Бреста. Высаживались деревья липы. У лип, как мы видим, листья выглядят в виде сердца. Сердце означает любовь. Этим мы доказываем нашу любовь к нашему городу, к нашей стране. В год мира и созидания преемственность поколений среди наших экспертов к нашим малым юным экспертам будущим. Со временем они все придут и станут наши ряды судебных экспертов. И даже просто пройдя определенный этап жизни, определенное время, каждый из них сможет прийти и прикоснуться к тому дереву, которое он сегодня посадил. Всем спасибо за участие в сегодняшней акции. Эта акция однозначно будет способствовать, улучшению микроклимата в нашем городе, улучшению его ландшафтного оформления, сделает город еще более зеленым, более комфортным для проживания. Хорошее, нужное дело – посадить деревце в любимом городе. Завершилось мероприятие установлением памятной таблички, на которой помимо надписи есть изображение двух QR-кодов, отсканировав которые, можно перейти на официальный сайт Госкомитета судебных экспертиз и страницу Управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области в социальной сети Instagram. Участие в ежегодной республиканской добровольной акции «Неделя леса» стало для нашего управления доброй традицией. В этом году данная акция также приурочена и к десятилетию образования Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. Придя в парк, жители нашего города в жаркий летний день смогут отдохнуть в тени деревьев, высаженных нашими работниками, и полюбоваться их красотой. Закладывая сегодня аллею, мы делаем наш город еще более зеленым и красивым, не только для нас, но и для будущих поколений. Мы, как сотрудники, руководители Управления Государственного комитета судебных экспертиз, не могли остаться в стороне и решили внести свой вклад в эту акцию, принять активное участие. Это событие символично тем, что в этом году, уже скоро, 22 апреля, мы отметим знаменательную дату – десятилетие создания Государственного комитета судебных экспертиз.